Здоровки всем. Сегодня у нас альткайн до ламба. Надеюсь, в этот раз он действительно будет алькайном до конца. Надеюсь. Оу! What? What? Погодите. Погодите. Это интересно. Можно приберечь Еру в те моменты, когда выпадет что-нибудь ценное, да? Черное сердце какое-нибудь там. Так, это очень хитрая комната. Надо взорвать ее так, чтобы монетки были снаружи. И выйти. Но если выйти рано, то монетки останутся внутри, бочка взорвется. Если не выходить, то монетки засосутся обратно, отскочат от стен. Хитрая комната. Убиваем босса. Смотрим, что с него выпадет. Если там будет синее сердце, то удвою. Хотя, может, и не удвою. Синее сердце стоит взять. Посмотрим, в общем. Главное, Еру случайно не поражать, а то за Кайна часто такое бывает. Играл с рецептами, перс говно полное. Не надо играть на Кайне с рецептами, разочаруйтесь. Лучше играть без рецептов, тогда персонаж вам понравится. Тут удачная пенни, знаете? Я всерьез потрачу Еру на удачную пенни. И более того, я ее соберу. Бомбы собираем. Так, много монет выпало, это хорошо. Тут можно еще больше монет собрать. Давайте взорвем камень. Секретка вторая может быть в двух местах. Она может быть здесь. В принципе, это сундук еще откроет. Ладно. Вряд ли это мне понадобится сейчас. Первая секретка в этой комнате. И она, наверное, выходит наверх. А, первая секретка здесь. Вторая секретка там около босса. Вниз. Копыта. Я даже в золотую не попал, лол. Еще синее сердце. У меня три синих сердца на этаже. И тут у нас... Погодите, что? Что? Возьму копыта, потому что с его помощью можно будет летать. Охренеть, вот это жирный первый этаж для Кайна. What? Так, погодите. Так, вот это мне надо, чтобы если... Повезет, задублируется карта. Я еще первую секретку не открыл. Judgment, я не думаю, что нужен.
Я его могу просто поставить и взорвать. Если буду находить первую секретку. Я сомневаюсь, где она. Она может быть вот здесь, а она может быть еще вот здесь. Ну, а вот эта комната прямо кричит о том, что здесь секретка. Оп. Она еще и задублировалась, ёб твою мать. Ну, второй раз неудачный. Это мог быть единственный раз, так что мне очень сильно повезло. Так, раз тык. Два тык. Три тык. Четыре тык. Пять тык. Шесть тык. Семь тык. Ничего не выпало, вообще ничего не выпало. Наверное, я просто соберу это синее сердце, или давайте его затолкнем куда-нибудь в угол, чтобы случайно не взять потом. Я согласен, что я взял первое сердце. А, да. Почему-то я был уверен, что меня не заденет. Зачем я сердце взял? У меня же половинки не хватало. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Тут, кстати, не важно, что выпало, потому что в конечном счете и то хорошо для Каина. А, ну да, это же первый. Мне второй нужен. Чтобы первый разложился. Сколько будем крафтить костяных сердец? Я не уверен. Столько, сколько смогу. Правильный ответ. Найс. Нормально, мне пригодится. Так, ладно. Я цель, кстати, не поставил. Я до темной комнаты иду. Осторожно с шипами. Наконец-то зайду вот сюда. Тут еще монетки. Сюда зайдем. Сундук, сундук. Пусто. О боже мой, как много всего. Вообще, что мне мешает вот сюда идти? Это же и секретка тоже. Что там, что здесь. Вот здесь очень много монеток. Это сложно заметить, но... Там их много. Они просто, им места не хватило. Давайте посмотрим, сколько их там. Возможно, их было больше 8. То есть я махнул по одной. И сразу же весь мешок заполнился. А вообще, надо было сделать по-другому. Смотрите. А, ну да. Надо вот так вот сделать это. Можно с помощью сердца это сделать. Да, сердце легче затолкать. То есть вы толкаете просто вот так вот монетку, и если там их несколько, они расползутся. Да, надо было так сделать, я не подумал. Не подумал. Так, это уже все. О,
Очень много сердец, можно за них Ямхарта еще накрафтить. Так, там еще вот здесь сердца. Ой, монетка. Одна монетка. Можно аркей скрафтить, но типа толку от него. Я на первом этаже, зачем мне аркей? Я на первом этаже. Возьму бомбу. Так, нету больше монет, да? А, есть. Ровно причем. Хватило. Так, давайте для начала соберем кучу синих сердец, наверное. Или костяных все-таки. Давайте соберем 5 костяных сердец. Или 4, пусть будет 4. Будет ли это полезно? Я не уверен, что это будет полезно. Не, я думаю, что надо что-то другое скрафтить. Блин, ну мокрый косис, конечно, хорош. Я не буду жадничать, я возьму его. Вы уж простите. Сакхэт. Это слабенько. Киперскин тоже слабенько. Носочки тоже слабенько. Банка с Исавом. О, Лаки Пенни. У Исава этот самый. К счастью, мешок тоже есть. То есть я все еще Кайн. Я получил чуть-чуть больше урона, и у меня полет. И если я сейчас буду собирать предметы, то они будут ему уходить. Погодите, я могу сейчас несколько банок с Исавом скрафтить, верно? Я не запомнил рецепт. Так, но я им остаюсь. Жаль, конечно, что Мокромикосис в итоге бесполезный. Он может получать красные сердца, просто у него со старта так это самое. А, тут еще есть. Тут еще есть. Я все еще являюсь Кайном. Вот у меня листочек такой же. Просто я получил полет и чуть-чуть больше урона. Два плоских урона у него. Добавочно. Но я не буду 5 банок крафтить, это сомнительная затея. Банка Исава превращает тебя в Исава. Я когда первый раз ее использовал, получил столько же предметов на Исаве, сколько у меня было. Не, я не смогу 5 штук скрафтить, не-не-не, это плохая идея. Это плохая идея. Я не думаю, что нужно пытаться это делать. Блэнкарта. Опять Сакхэт, да что ж такое? Эркей. Эркей. Пусть будет. Спидбол. Плацебо. One up. Что тут 5 пянок бэбика дадут?
Да, наверное. Мистер Исаак — это очень крутая штука. Удача пропала на Исаве. Блин, ну это плохо, конечно. Защитные линзы. Опять плацебо, что ж такое? Блин. Я встрял в проблему. У меня все пассивки. Точнее, активки. Карта любовников. Опять это банка. Арсений. Я готов скрафтить еще одного. Вроде бы где-то еще пилюлька была, не? Тут пусто, да? Тут пусто. Есть пилюлька. Ай. Тринка, которая убирает активки, не действует на мешок, так что ты все еще сможешь крафтить активки. Я перейду на следующий этаж Кайном? Нет, я останусь этим навсегда. Я им буду до тех пор, пока не применю банку, которой у меня нет. В итоге из полусекреток я толком ничего и не вынес. Ну ничего, зато я сейчас на первом этаже. За Кайна с Аркеем бегать... Такая себе затея, потому что ты лочишь себе слот. Активки за него — это очень сильно. Троечка. Троечка — это хорошо. Да, Endless Nameless еще потерял, но пофиг на него, если честно. Косточка. Косточка хорошая. Исполняет скелетиков. Надо не поднимать пикапы, потому что их можно зарулить. Сейчас зарулим их. Слушайте, а муха-то полезная. Очень даже. Я бы не прочь еще одного Арсения скрафтить, мне еще четвертого дадут. Для этого мне нужны сердца и одна пилюлька. Так, синее сердце надо забрать. Скидка в магазине, ну... Блин, ну, как бы... Давай! Потому что в магазине легко получить пикапы. Теперь уже. Тогда мне нужно собирать монеты. Бомбу заберу. Так, десятку надо забрать. Вообще, я все здесь заберу. Убиваем босса. Я не понял, ходил ли я за Кайна через Диала. Стоп. А, я на первом этаже. Я, в общем-то, могу... Блин, ну двойное сердце надо забрать. Я могу через Диала сейчас сходить, просто ради прикола. Я не помню, уходил ли я за Кайна через Диала. Это обычно плохая затея из-за того, что там все денег стоит. Ну, не денег, а хп. Иногда отравлять это полезно.
Лапку обезьянью я, скорее всего, не использую. Она... Ради нее надо наполовинку сердца снижать ХП. Не, но на самом деле, с другой стороны, это... Три черных сердца. Но я не смогу ее активировать нормально. Judgment. Judgment. Стоп, из-за Аркея донат-машина вернулась? Забавно. Аркей же возвращает ее на место. Ой. Там что-то я пропустил, слишком много взял. Ключ я возьму. Little Gish. Подсумок. Я сердце на сердце поменял? Белое сердце? А-а-а, я белое сердце просрал. Ну, бывает что. Да, бывает. Хватит, отстаньте со своим гишем. Окей, муха. Пусть будет. Телепорт. Я хочу еще одного Арсения. Я хочу его. Я соберу его. Мне нужно всего лишь куча сердец. Это вполне достижимо. А, у меня же там была карта любовников, я ее проглотил, да? Ну ладно. Ну ладно. Ой, как обычно, блин. Я даже не удивлен. С отравлением останусь. Половинки считают за полные в мешке. А, у меня два одинаковых, это френдзона. Прикольно. Они неплохо так дамажат. Можно было просто уйти, а потом вернуться за ним, чтобы в мешок собрать. Ну ладно. А, я подумал, что он как бы мой. Поэтому проверил. Нет, это было превращение для меня. Я такой, вау. Бомбочки соберу. Блин, Hive Mind сейчас был бы просто волшебным. Типичный Кайн получает такие предметы, которые прямо вообще хорошие. Так, мне надо Арсения на этом этаже собрать, потому что сейчас будет сделка. Я в нее сейчас зайду. Блин, я уже не соберу его. Если только два сердца здесь не выпадет, они выпали. Это не Арсений. Черт. Я опять лишний пикап подобрал. Из-за этого Арсений провалился. False PhD, да, я хочу это. Спасибо.
Это источник и дамаги, и черных сердец. Это просто идеально сейчас. Я теперь буду везде получать черные сердца. Ну, не везде. 25 монет, ну, что-то как-то нет. У меня нет проблем с монетами. А. Прок Азазеля. Азазель Рейш. Сейчас посмотрим, как он работает. На самом деле, я бы его не стал крафтить, мне просто, ну, в коллекции его нету. Можно скрафтить этот предмет просто потому что, но можно еще сделать вот так. Лакрифагия. Мне, если честно, мне не нравится с ней бегать. Это 5 ключей, и это активка, которую можно разложить потом. Так что да, пусть будет. Знакомый предмет. Так, ну, монет мне хватает. Сердце я заберу. Это синее сердце и возможность заблокировать урон. Полезно. Не урон, а выстрел. Выстрел. В общем, полезная штучка. Так, и надо найти секретку. Она, возможно, здесь. Она здесь. Она... Да, она полезная, да-да-да. Мне определенно стоит это сделать. У меня же фулл с PHD. Сейчас наглотаемся. Дэмэш. Обмен синего на черное сердце. Дэмэш. Тирзу отняли. Куплю бомбу. Пусть будет. Вторая секретка, скорее всего, где-то вот здесь. Блин, у меня бомб мало. Но можно, кстати, ключ использовать. Это банка с Исалом, да-да-да. Я ее прожал и заменил. Теперь я летаю. Как бы, если бы у меня осталась банка, я бы мог свапать между одной и второй формой. Она одну комнату заряжается. Но мне достаточно единоразового эффекта полета навсегда. Блин, Тирзу хочется вернуть. Эх. Вечно Альткайн получает что-то прикольное. Гигантские клетки мне не нужны. Можно, конечно, взять почечный камень. Но что-то я его не люблю, честно скажу. Я вернулся к этой фигне, да? О! Стоп! Я только что отключил все пилюли. У меня инстинктивно, я вижу эту штуку, и я хочу ее собрать, потому что, ну, типа, это же круто. У меня больше не будет пилюль. И вот эффект ярости Азазеля. Да, что-то я как-то затупил, честно. От этого предмета могут быть проблемы, если будет мало сердец. Вообще, если так посмотреть, то все нормально. Когда ты несколько раз используешь пилюлю, чтобы повысить урон, она типа уже к пятой пилюле дает довольно мало. А я 3 штуки прожал их.
так мало. Тут будут карты. Двойня денег. Перевернутая смерть. Силу надо оставить. Сила — это хорошо. Очень не хватает скорострельности. Знаете, что самое печальное в том, что у меня нету пилюль? Арсения, я не смогу собрать. Давайте соберем книжку в секретке. Золотая бомба, я не знаю, типа... Мне не нужно много бомб сейчас. Я ее, скорее всего, потрачу на крафт. Синее сердце. Знаете, а может быть и костяное тоже забрать? Если так подумать. Чтобы дьяволу отдавать его. Типа, интересная тактика. Распахивать костяные сердца в секретках для того, чтобы... получать черные сердца потом. Это что-то как-то тупость. Реально тупость. Двойные пикапы? Да, я хочу двойные пикапы. Думаю, оно того стоило. Конечно, не гарантированно, но все же. Ну, давайте посмотрим, что из этого выйдет. Так. С двойными пикапами есть некоторая проблема. Их тяжело собирать. Тяжело контролировать, что именно заменять. Дамокл! Беру. Дамокл — это, во-первых, активка. Недавно за близнецов его открыл. Она стоит 2 сердца у дьявола, это дьявольский предмет. И когда ты ее получил просто, она ничего не делает. Ее надо активировать. Она одноразовая. Если ты ее активируешь, то это Дамоклов меч. Что значит Дамоклов меч, да? Есть то ли легенда, то ли настоящая история. В общем, был такой дядюшка Дамокл. И повесили над его головой меч, который держался на волосе. И этот волос был максимально нестабильным. Максимально нестабильным. И, в общем-то, он никогда не знал, когда этот волос упадет. Ну, точнее, оборвется. И вот и ты играешь с этим Дамоклом, не зная, когда же он может упасть. Если он упадет, я умру. Конечно, воскрешения будут работать, но все же, если он упадет, я умру. Но! Есть один нюанс, и очень важный. Дамокл не может упасть, если ты не получал урон. Причем, если получал урон от какой-нибудь там шипов жертвоприношения, там, или ком-то проклятой, там, или какой-нибудь капельницы, в общем, то, что не сбивает сделку дьявола, эти повреждения не считаются к Дамоклу. Считаются именно реальные от врагов повреждения или от бомбы какой-нибудь. Если я получу урон, Дамокл активируется. Ну как активируется? Сможет меня убить. И когда я получу урон,
Забег может закончиться в любой момент времени. Отчет пошел. Так что да, мы на Кайне еще поиграем. Мы еще на Кайне поиграем, судя по всему. Потому что Дамокл штука веселая. Бэвик в коробке. Блин, надо было запомнить крафт. По-моему, там было две бомбы и ключ. Нет. Может быть, сердце? Нет. Блин, я не запомнил. Там точно был ключ и бомба. ХП. Так, два ключа, бомба, сердце. Два ключа, бомба, сердце. Бомбу можно найти. Сердце у меня есть у себя. А, ну и что он делает? Положительный-то эффект какой у Дамокла? Я не рассказал. Я рассказал только то, что он может убить тебя. Положительным эффектом является то, что ты встречаешь два предмета там, где они появляются. Не на выбор, как с Моропшином, а буквально все предметы будут в два раза чаще, в два раза больше попадаться. Но это не действует на продающиеся предметы, на товары. На товары он не работает, а все другие предметы, просто лежащие, будут удвоены. Не удвоены, а будет еще один предмет лежать рядом. Так что сейчас будет весело. Очень веселый предмет. И очень опасный. Ну как опасный? Ого, золотая карта, золотая. Жопа паука. Ну это, кстати, это превращение. Spider Baby. Теперь у меня за мной будет паучочек. Это как спайдер-мод, но он хп не показывает, то есть просто статусы раскидывает, ползает. Полезный челик. Отлично, смотрите, что делается. Бам, это Дамокл. Блин, такие предметы классные, но да, я Кайн. Это шприц. Давай еще раз. Ну давай. Не захотел. О! Даже так? Окей. Блин, взорвал. Блин, такие предметы классные. Сопли там. Этот был. Терза был. Все статы были. Супер медбой фан. Но я Кайн. Я, блин, Кайн. Да, вы могли заметить, что Дамокл иногда покачивается, там вращается. Это просто рандомный эффект, он работает даже если ты не получил урон. Он просто может срабатывать. А Дамокл может спасти неуязвимость, кстати. Но при этом шанс того, что оно совпадет, крайне малый. Возьму синюю карту, почему бы и не взять. Полезная штучка. Гимпи, да, я возьму гимпи. Хорошая аркада попалась. Если использовать рецепты с Вики, будет ли это считаться нечестной игрой? Ну, на Вики ты найдешь только фиксированные рецепты. Ты сам для себя решаешь, что честная игра, что нет. Два гимпи не складываются. Конжон это сложил. У меня бэбик в коробке. Кубик. И Абель. Давайте-ка сделаем вот так вот. И потратим сюда сердца. Давай вот так. И вот так. Заряженный ключ. Это уже интересненько. Дампи? Давай дампи.
Предмет, к сожалению, не выпал. У меня превращение исчезло от смены активки. Какое превращение исчезло у меня? Блин, ну, у меня сердец нету. Чтобы тебя тыкать. Я не заметил, что у меня превращение какое-то пропало. Спидап, ну... Пофиг. Скупер. С пауком. А, я отказался от активки, и это не засчиталось. А почему? Блин, терзу надо взять. Пофиг на минус дамагу, мне нужна терза. Обычно же трогаешь активки, и оно как бы навсегда засчитывается. Видимо, на Кайне это по-другому работает. Забавно. Не ожидал такого. Тут должна быть одна книжка. Мне вообще не повезло с библиотекой. Ну ладно, библиотека попалась, и то хорошо. Так, ключик. Думаю, я знаю, где секретка. Пока что в недосягаемости. Это сделает мне больше хп красного. Наверное, да. Наверное, я согласен конвертер сделать. А, он же 3 комнаты теперь заряжается. Ну, пошли заряжать его, чё. Чем дольше мой забег длится, тем больше шансов, что Дамокл свалится. И мне надо срочно скрафтить какой-нибудь ванап, который, кстати, у меня был. Я его отказался крафтить. А надо было. А надо было. О. Спасибо за мечный камень. Он не нанес, но... Спидап мне не нужен. В мешочке есть костяное сердце, это хорошо. Блин, как же я стартовую колоду скрафтил, дурак. Некрономикон. Блин-карта. Перевернутый джаджмент. Он спавнит ролл-машину. За Кайна это абсолютная бесполезница. Окей, я скрафчу демишап. Думаю, это того стоило. Мне надо каким-то образом найти воскрешение. Где я его найду? Как я его найду? Я не знаю. Двойной чардж. Кстати, я не прожал. Пламп. Пламп это прикольненько. Это пауки. Я вернул себе превращение. Теперь-то оно не потеряется. Тупо кучу бэбиков себе набрал. Еще одного давай. А, я теперь повелитель мух еще. Отлично. Типичный забег за Кайна, на самом деле. Кучу превращений собрал. Еще пакет. У меня там мистический с монетами и с бомбами теперь. Жесть. Это люто. Вау. Вот он, Дамокл, вот он. Только имейте в виду, я могу умереть в любой момент времени. Две тринки? Почему бы и нет? Да, я хочу. Вуду хэт тоже полезно, особенно с учетом, что у меня полет. Да, сколько ключа я пока не знаю, куда применять. Ладно, давай, пташка, давай, давай. А то, блин, второй раз мне попадаешься.
Соберу синее сердце. Пусть будет помидорка. Я не уверен, где красная секретка на этом этаже. Здесь не очевидно. Не очевидно. Она может быть... А, нет, стоп. Лесенку вижу. Вижу лесенку. Но она не может быть вон там. Она вот снизу только, потому что там босс рядом. Так что проверяем вот это место. Д. Двойные бомбы. Гарантированные. Потому что мне и так... Ну, в общем-то, да, этот этаж... неочевидный. Вообще надо было вот здесь проверять по-хорошему. Или нет? А, не-не-не-не-не. Вот здесь я проверил, то есть я сейчас вот здесь проверил и вот здесь проверил, так что это было довольно-таки интересное место для проверки. Ладно, чё. Не всегда же открывать с первого раза. Наверху лесенка? Ну, она... Ну да, там тоже хорошее место для появления секретки. Скорее всего, она там и есть. Глазик. Это очень крутая штука, он еще урон повышает. Что крафтится из бомб? А, бомба. Ну, логично, кстати. Не, она мне не нужна. Пофиг. Мидас точ. Буду касаться врагов и получать деньги. Таким образом можно надюпать побольше денег. Здорово. Так. Трачу синие сердца тогда. Да, потрачу синие сердца. Чё скрафтишь? Ну... Нет? Да! Я хочу эту смартфлаю. А, тут еще предмет остался, я чё? Лезвие мне не надо. Копытце! Копытце это замечательно сейчас. Ладно, скрафчу страничку. Черное сердце даст. Копытце это замечательно, потому что у меня сейчас неуязвимость вместе с этим самым. С Мидасом. Я буду дюпать. Жестко дюпать. Игра как будто... байтит меня тратить время. Пусть будет бладшот. Как будто она меня байтит все дольше и дольше играть этот забег, чтобы я домок воздух. Ну, активку я теперь не хочу менять. Часть гапи, зачем она мне? Ладно, пусть будет. Пилюница. Это шприц. Так, 4 бомбы, 2 монеты, сердце пятак. Бомбы надо найти где-то. Кстати, урон Мидаса зависит от того, сколько у меня денег, так что эта комбинация в принципе имба. Я даже, наверное, буду собирать монеты. Солнышко. 2 солнышка. Карту силы надо оставить, а солнце можно забрать. В мешок положить.
50 монет уже, так что там контактный урон должен быть лютым. Бомбы ищу. Блин, сколько монет. Ну, думаю, полезно сначала их собрать, потому что явно у меня будут еще монеты с такими темпами. Сейчас сначала 99 их накоплю. Так, мне нужно... Что-то мне надо... Бомбу... 4 бомбы. Сердце, ключ. А, гнилого. У меня гнилого сердца нет. Да, там гнилое сердце присутствовало. Это я что-то не учел. Шприц собрал. Карта императора. По-моему, у меня уже было одеяло. Да, это уже второе одеяло. Блин, есть проблема, что мне нельзя активки менять. Потому что я хочу остаться с копытцем. Оно идеально сочетается с Мидасом. Но если я не меняю активки, то получается неловко. Я не могу другие активки крафтить. Мидас не зависит от урона персонажа. Он зависит от количества монет у персонажа. То, что вы видите, как я контактом дамажу, это истинная сила этой комбинации. Так. Всего-то? Ключ, бомба и куча монет? Вы шутите? А, ну он не стакается. Ячмень не стакается между собой, к сожалению. А зачем мне спидап? Мне не нужен спидап. Блин, вот, да, проблемка. Монеты некуда тратить. Потому что я не хочу активку тратить. Точнее, крафтить. А, я мог одну монетку взять, кстати. О, фейт. Но я его не могу взять. Недавно его открыл. Еще одна колода. Ложка. Зачем мне ложка? Самонаводящиеся бомбы пусть будут. Кстати, я могу от дамока спастись активкой, если успею среагировать. Там есть такой тупой звук. Тупой в смысле. Как, ну, соображение звука. А не тупой, потому что тупой. Монету на монету заменю. Блин, ну активки не... И да, если дамок упадет и я выживу... То что произойдет? Произойдет интересная штучка. Его просто не будет больше. Он пропадет, и его эффект тоже пропадет. Давай потыкаемся, чё бы нет. Блин, я испугался. Меня... Сейчас объясню, что произошло. Меня толкнуло вот так вот из шипов вверх. Я подумал, что это ножик дернулся. Я подумал, что я среагировал на то, что ножик дернулся. О, привет. Да, я хочу контактный урон. Ну, контактный, грубо говоря, конечно же. Marbles? Фигня всякая выпала с Marbles'а. Здорово. Конечно же, лестницу я не могу взять. А жаль. Соберу синее сердце. Это будет тоже наносить урон. Активка. Не пойдет. Легкая монстра. Знаете, да. Оно же с конженет не будет работать, верно? Да, оно не работает с конженет. Терза у меня и так максимальная.
Это черное сердце. Активка. Очень неприятно за Кайна оставлять какую-то одну активку. Но эта комбинация того, конечно же, стоит. Активка. Пассивка. Плохая, но пусть будет. Активка. Генератор карт. Хорошая карта. Как бы с таким количеством монет, если честно, я могу пойти и скрафтить ванап. Я не помню, как он крафтится, но я помню, что у меня есть его крафт. Он мне встречался, но я не помню, какой он был. Вроде бы там было что-то около 4 костяных сердец. У меня пилюль нет. А, там пилюли участвовали. Чатик подсказывает, что там были пилюли. Но вообще, я могу отказаться от активки. Но активка — это то, что меня может спасти, если я среагирую. Если. Окей, я могу сделать вот что. Я могу сложить черную дохлую кошку. Блин, мне сейчас выходить каждый раз надо будет. Так, взорвем, чтобы они рассыпались. В смысле? Во. Это было странно. Они толкнулись, но не рассыпались. А, у меня же не было активки в этот момент. Я удивился, где пикапы. Я очень надеюсь сейчас дохлую кошку собрать, чтобы выжить. Так, это была ошибка. Так, ну ладно. Думаю, этого достаточно. Это не дохлая кошка. Это не дохлая кошка. Что это здесь делает? Это что здесь делает? Четыре гнилых сердца. Камон. Окей, это хотя бы предмет проклятой комнаты. Я вернулся к лезвию, да? Чё? Понимаю. Блин, как неудобно вот эта фигня расположена. Я неправильно взял сердца, мне надо было их одновременно взять. Так, как мне это сделать? Так, что-то другое. Ладно. Мне надо какие-то другие пикапы найти. Синее сердце там, например. Или что еще можно найти? У дохлой кошки вроде бы качество довольно-таки высокое. Так, окей, это что-то другое. Так. Так. А, это уже было. А если так? А, было. А если вот так? Было. Блин, хвост Гапи попался, но... Ладно, просто идем дальше. Я надеюсь, что попадется что-нибудь еще, что я смогу использовать. А мы идем вниз, да? Мы идем вниз. Так, это я уже собирал.
Что еще можно попытаться? Можно уменьшить одно гнилое сердце. Можно его просто убрать. Может быть, другие рецепты попадутся. Черепа можно было поразрушать долго. О! А это как получилось? А как это получилось? Золотая бомба. Так. Деточка. Давай-ка я тебя возьму вместо синего сердца. Так. Так, так, так. Не хочу тебя видеть. Близко. Почему ты здесь? Опять хвост? Ты шутишь? Это не то. Так, этого я видел, но... Сейчас я одну монетку возьму. King Baby, что ты тут делаешь? Так, карта. Что ты тут делаешь? Это будет давать мне что-то? Да, будет что-то давать. Я не знаю, что там у меня на level up. Но что-то было. Окей, я одно сердце отнимаю у себя все-таки. Может быть, итог будет очень плох. Очень хороший. Ну, мне по факту надо именно то, что нужно. Ни больше, ни меньше. Ну, как бы... У меня он уже есть. И если получу еще, то будет вторая часть. Но она мне не нужна. Ты что тут делаешь? Еще один Мидас. Алтарь. Знаете? Юзаем алтарь. Так. Сейчас осторожно. Алтарь же еще удвоил предметы, которые я получил. А я вернулся к тому, с чего начинал, да? Да? Или нет? Не-не-не, подождите, тут есть еще костяное. Отлично, круто. Тут есть еще черное сердце. Не то. Блин, ну круто, конечно, но не то. Было. Было. Магическая кожа. Вау, девушки предмет. Короче, я не знаю, собрать кошку нереально. Опять хвост? Ладно, ладно, давай. Может, гаппи соберу. Хрен с вами. Ну, в смысле, собрать гаппи я могу в любой момент. Получается. Постер? Это может сработать как постер. Наверное, отравление мне больше не нужно. Я за это время, пока ищу кошку, мог бы просто закончить забег. Вы заметили? К
Кстати, из обычных сундуков предметы не удваиваются. А из гигантских вместо 2 выпадают 3 с дамоклом. У меня ключей нет? Окей. Это может быть проблемой. Какой же забавный забег получается. Каждый раз на крайне какая-то херня происходит непонятная. Мама Мега. Можно к Хашу сходить. А, ну можно скрафтить ее сейчас. И пособирать еще чего-то. Белое сердце нужно. А то у меня мало хп осталось. Пусть будет дальность. Чего бы нет. Еще бомбы. Зачем, не знаю. Стак ошейников не работает. Просто не работает. Даже не посмотрел, какая это была карта. Очаровывающие выстрелы. Ого, гигабатарейка. Что-то не особо крутой предмет из гигабатарейки скрафтился. Знаете, я не откажусь от хп-апа. Сомневаюсь, что я что-то найду крутое из нее. Белое сердце. У меня синих нету. Окей, я согласен. Тут можно любовников прожать, чтобы белые сердца покрафтить. Либо же скрафтить кучу активок, чтобы как в прошлый забег. Точнее не в прошлый, а в позапрошлый забег за Кайна вернуться. На Хаше мне не надо. Я как бы могу туда сходить, но нет смысла. Слишком долго. И опасно. Ну, хп я на крафте. В принципе, давай одну соберем. Одно сердце. Так, осторожно. Мешочек. Одеяло. Так, мы идем вниз. Походу мне в ту сторону. Из одного черного сердца вряд ли что-то годное скрафтится. Ключей-то нет. Ладно. Я гаппи. Хоть какие-то плюсы давить в этом забеге.
Можно активку крафтить. Води яйцо. А, ключи надо забрать. Еще одеяльце. Чисто синие сердца крафчу. Монетку пропустил. Напрашивается, весь забег напрашивается. Нет. Зачем мне бомбы? Мне ключи нужны. Не, несколько одеял не стакаются между собой. Marbles. Корону нашел. Давайте просто закончим забег, пока не сдохли. Я удивлен, что он еще не выпал. Не упал. Сейчас я до Агнеца дохожу. Уже бьюсь с ним. И Дамокл падает. У меня такое было только с матерью. Прямо на босс-файте у меня Дамокл тогда упал. Это было так мемно. Паучок. Пусть будет. Ошейники не стакаются. Просто почему-то отображается 2х, хотя... Ну, у меня два ошейника, но... Срабатывает-то только один. Красивый цвет. Напомнил неоновую подсветку в Underground 2. Там была белая. Я монетку на монетку заменил. Спайдер мод. Жесть, он так легко крафтится, я его еще не встречал. Ключ, сердце и 6 монет. Можно было бы тонну их скрафтить, было бы забавно. Женция. По-моему, у меня букворм давно уже есть. У меня есть такое подозрение, что букворм у меня давно. Ладно, я уже фигней страдаю. Забег час 9 длится. 70 минут забег длится, Дамокл не упал. Дамокл! Падай! Чё не падаешь? Я не понял. Чё не падаешь, Дамокл? Какие твои проблемы? О, это два черных сердца. По-моему, это у меня уже есть. Карты. Ничего полезного. Ой. У меня мегастан открыт. Можно на него сходить.
Заметьте, кстати, что за эти предметы мне черные сердца не дают, потому что это не комната сатаны. Это золотая комната относительно предметов. Мама мега веселей. Повзрываем все быстрее. Я могу пойти в Войд с мамой мегой. Это будет очень хорошо. Карта силы. Ой. Честно, я хочу, чтобы Дамокл выпал. Но он не хочет падать. Он просто не хочет падать. О, Цагдагер нашел. Заберу локап. Gilded Key. Это за прохождение четырех основных боссов. Ванильных. Брёк довольно интересный. Он превращает все сундуки в золотые. И это может быть противно. Особенно если его проглотить. Так что сомнительный брелок, но когда ты его подбираешь, он дает ключ. Ей. Здорово! Как дела? Как дела, кошка? Дамокл все еще полезен. Какой прикольный у меня бэбик. А это же та игра, которая, блин, не помню, как она называется. Ну та самая. Вы знаете, о чем я говорю. Да-да-да, именно это. Бучит или как-то так. Да, кошка спасет от Дамокла, потому что это воскрешение. Жесть, как же долго Дамокл не выпадает. Не падает, в смысле. Так же долго, как кошка. Тут может быть что-нибудь интересное. Карта вопроса, например. Компас. ХП. Все боссы снизу. После воскрешения Дамокл пропадает. Ну, после того, как он упадет. Вот бы золотой ключ получить. Это 25 монет с горшка выпали. И Дамокл еще один предмет сделал. Так, ну, пупок мне не нужен абсолютно. Пусть будет Уиджиборд. Чё бы нет. По-моему, это уже второй раз, когда я вижу руну Айзека.
душу Айзека. Второй раз за Кайна. Здорово. Чё ты в золото не превращаешься? Ты странный. Я даже не понял, что он будет спавнить их. Логично, потому что он же сатана все-таки. Это было очень жадно. Вы все знаете, что у него в его дефолтной форме. Четко рассчитал. Страница помогла. Дамокл не выпал! Не упал! Дамокл, падай! Падай, я сказал. Пора уже. Пора падать. Капец! Дамокл сломался. Стоять до того момента... Не, я сейчас почищу боссов ради прикола. Если не упадет, то ладно уж. Listen! Как же много мух. И одеял. Можно заметить, что... Ну, пикапов у меня до кучи, а толку от этого немного. Ну как немного? Конечно, можно манипулировать, можно активки собирать и идти в секретку там и так далее. Но мне не особо понравилось играть с бандлом. Вообще, главная проблема то, что я, блин, стартовую колоду скрафтил. Это, конечно, кринж. Она была явно лишней сейчас. Это уже было. Если домок упадет и ты умрешь, ты сольешь стрик. Ну да. Я же не раз где стрика играю. О, Тини Тома. В тех патчах, когда Каин был с фиксированными рецептами, я любил через Тини Тома играть. Собирал их штук 15. И просто около боссов стоял. Они меня пробивать не могли. И Тини Тома, когда раскалывается, очень сильно дамажит. Батарея, кстати, может какие-то новые крафты принести. Ну, этого я еще не видел, действительно. Этого я тоже не видел. О! Теперь у меня будут пилюльки. Поздновато, конечно. Что поздновато, блин? Это последний этаж, я просто фигней страдаю. Жду, когда Дамокл выпадет. Не выпадет, а упадет. Ого. Такой легкий крафт. Я его, блин, не знал. Жесть. Синее, красное сердце и монеты.
Мидбой. Стекушка кровоточит. Опять? Сколько можно? Рачок. О, я говно. Или я уже был говном? Наверное, я еще до этого был говном. И не заметил этого. Скрафти и рестарт. Не, это будет слишком для одного забега. Да и я всю цель, все цели выполнил, кроме одной. Когда там Дамокл выпадет? О, Хорф. Это та самая пилюля, которая открывается за дейлики, за посещение дейликов. И если у тебя есть... Охренеть, легкий крафт. Если у тебя False PHD, то она может быть... Даже до того, как ты ее открыл. Забавненькая штучка. Дамокл сломался. Дамокл не работает. Дамокл на обеде. А, ключей нет. Все еще нет ключей. Я себя не понимаю, где я нахожусь. Бустер пак. Ой, экспеншн пак. Забавная штучка. Томатка. Когда я делаю активку, то применяется еще какая-то. Вот сейчас это башка бомба. А. В тот момент, когда я попытался убрать башку бомба, видимо... Применилась еще раз активка. И там был этот самый покебол. В основном этот тренька активирует активки, которые на две комнаты или меньше. И также она срабатывает ровно один раз. Если активка без зарядов. И это очень жестко обузится на такие активки, как это. Я так понимаю, там была капельница? Папин ключ сработал. То есть печенька есть, папин ключ есть и так далее. Можете себе вообразить потенциал этой пилюли. Ой, этой тринки. Интересно, в общем. Штукенцы.
Теперь уже закрыл Кайна, да. Теперь уже закрыл. Ракеты в банке. А на какую кнопку стрелять? О. А как она синергирует с этим? Куда она наводится? Подождите, что это было? Она пытается наводиться на мою муху, но при этом не может ее убить. Зато меня может убить. Забавно. Ну и да, за ракетой остается зеленый след, но правда он остается нечасто. Неплотный этот след. А у меня нету бримбомб. Я почему-то подумал, что я их скрафтил, а я их не крафтил. У меня было такое предложение. Я решил отказаться. Ну чё, я весь войд прошел и забег 1.5 часа длится. Дамокл так и не упал. А, это пони сработал. А, и что? А, я знаю, из-за чего это. Когда пони срабатывает, то надо двигаться, чтобы он в одну сторону какую-то полетел. Иначе ничего не получится. Потому что пони не работает, когда ты стоишь на месте. Блин, ну с этой активкой прямо жестко, да. Она именно что бесконечно юзается. В отличие от какого-нибудь детонатора. Хотя детонатор, наверное, также можно использовать, я не уверен. С учетом мидосточа мне золотые пилюльки. Ой, золотые какашки дропаются. И можно ломать игру таким образом, получается. Можно реально сломать игру, потому что у меня бесконечное количество денег. Без иронии можно сломать игру. Ладно, мне надоело ждать Дамокл. Последний шанс тебе даю. Чок покачишься, падай. Последний шанс. Ask again later. Ладно. Поздновато для слома игры. Ну... Неудачный забег получился. Одновременно удачный и неудачный. Ну чё, Кайн закрыт полностью. Это круто. С Дамоклом я еще побегаю. Мне нравится с ним бегать. По крайней мере, в те моменты, когда ты на стрике играешь, когда тебе нельзя умирать ни в коем случае, его не стоит брать, конечно же. Если ты не лост, конечно. За лоста он всегда берется, очевидно. Ладно, долгий получился забег, но это было весело. Мне нравится играть Кайном, как вы могли заметить. То есть в те моменты, когда я перестал стремиться к забегам, которые там типа после Рашхаша, вы заметили, как изменилась моя игра за Кайна, я думаю. Что я стал играть за него, вот именно получая удовольствие. Это именно такой персонаж, за которого интересно играть. За него всегда какой-то странный... Невообразимый билд собирается, который хрен знает на чем держится. И он не похож по геймплею на всех остальных персонажей, я имею в виду уже после сбора предметов. Ладно, всем удачки, до скорого. Пока.